Я собрала для вас подборку из 4 классных рецептов из курицы. Это разнообразит ваше ежедневное меню. Готовится все как обычно просто. Получается очень великолепно вкусно. Итак, первое блюдо, которое мы готовим, это всеми любимые котлетки куриные с сыром и зеленью. Я точно уверена, что вы их уже готовили. А если нет, то срочно берите куриное филе и приготавливайте. Режем курицу, добавляем сметану или майонез, сыр, зелень, специи, соль по вкусу. Перемешиваем и обжариваем 2-3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки. Котлетки эти обожают все. Второе блюдо – это курица. Берем курицу, маринуем ее. Лучше, конечно, оставить на ночь. Просто любимые специи, чеснок и немного масла. И понадобится 2 чашки воды и 1 чашка риса. Берем приправы. У меня куркума, там зира, что-то для плова. Мало кто любит тушеный лук, поэтому берите луковицу целиком, запихивайте в нее гвозди и отправляем все в пакет для запекания. Рис, воду, специи. Хорошенько перемешивайте и сверху, обязательно, чтобы курочка была сверху, укладываем курочку. Закрываем пакет для запекания и отправляем в духовку на час 180 градусов. Курица получается сочная, отстает прям мяско от кости, а рис просто великолепный, очень вкусный. Обязательно пробуйте приготовить и это блюдо. Третий вариант простого полезного ужина – это куриное филе с булгуром. Обжаривайте филе, добавляйте лук, замороженные овощи, совершенно любые, булгур. Перемешиваем, чтобы булгур напитался соусами. Добавляем немножко воды под крышку и до готовности минут 20. Получается очень полезно и, конечно, вкусно. И самое вкусное блюдо из этой подборки – это киш с курицей и шампиньонами. Обжариваем лук, курицу и шампиньоны на сковороде до готовности. Обязательно солим, перчим. И делаем начинку. Обязательно подписываемся на мой канал. У меня много вкусных рецептов. 3 яйца, добавляем 200 мл сливок, еще соль, перец по вкусу. И я использую готовое слоеное тесто. Протыкаю его вилкой, укладываю начинку мяса с шампиньонами. Сверху заливаю все заливкой и отправляю в духовку на 25 минут 180 градусов. Получается очень вкусно и сытно. Обязательно пробуйте приготовить и разнообразьте ваше ежедневное меню.